вид спорта на крупнейший международный турнир по тяжелой атлетике в Варну. Сейчас соревнуется штангист 75 килограммов для Варданяна, можно сказать, почти привычный. Ему принадлежит мировой рекорд 180 килограммов 500 граммов. И легко, фиксо видно, что для нашего атлета это вполне привычный вес, и он легко с ним справляется. Но что касается Асена Златева, то он свой первый подход в рывке сделал, когда на штанге было 170 килограммов. А вот еще один олимпийский чемпион, болгарин Асен Златев. На штанге по-прежнему 175 килограммов, второй подход Златева. Асен Златев – опытный спортсмен, ему 24 года, он на 4 года моложе, чем Варданян, но уже был олимпийским чемпионом в Москве. Он хорошо выполняет тяговые упражнения, и попытка удачная. А вот еще один участник этих соревнований, Анатолий Крапаты, двукратный чемпион Советского Союза. Он уже выполнил один подход, зафиксировав 172,5 килограмма. И теперь на штанге вес 181 килограмм, больше, чем мировой рекорд Юрия Варданяна. И это первый мировой рекорд Анатолия Крапатова. Прибавляет в своих результатах и был третьим призером чемпионата Европы этого года. На этом турнире уже установлено 14 мировых рекордов. И вот на помосте снова Юрий Варданян. Он, разумеется, не успокаивается. У него второй зачетный подход, и он просит увеличить вес штанги 181-500. Это позволяется правилами. Но в зачет пойдет только 180 килограммов, в сумму двоеборья имеется в виду. И снова удачный подход. Подход к снаряду. В таких случаях всегда жалеют, а почему, скажем, он не сделал... Ну, Варданян, как всегда, как в большинстве случаев, уверенно справляется и с этим. Златев, третий подход, на штанге по-прежнему 180 килограммов, а спортсмен имеет право заявить именно такой вес, который идет в сумму двоеборья, 180 килограммов. Такой снаряд Златев покорял, но, по-моему, только один раз на чемпионате мира в Любляне, когда он... И третий подход... Юрия Варданяна. Теперь уже на штанге 182-500. В случае успеха, Юрий Варданян может рассчитывать показать и в двоеборье хорошую сумму, а точнее побить один из самых старых мировых рекордов в тяжелой атлетике, свой собственный, который он установил еще на Олимпиаде в Москве, 400 килограммов в сумме. И, кажется, должен быть еще один мировой рекорд. Уже 16-й мировой рекорд на этом турнире в Варне. Ну, кажется, Юрий Варданян сделал хорошую заявку на высокий результат в двоеборье. Впрочем, то же самое можно сказать и про Анатолия Крапатова, который еще на официальных... Юрий последним выходит на помост. До этого уже Асен Златев толкнул 210 килограммов, а Анатолий Крапатый 212,5. Самый легкий из соперников Анатолий Крапатый. А самые тяжелые
Юрий Варданян. Но это может иметь место, то есть имеет значение, если только спортсмены наберут одинаковую сумму в двоеборье. Но как-то он не совсем уверенно, по моим понятиям, толкал снаряд. Итак, у него в сумме уже должно быть 397 500. Вероятно, следующий подход к снаряду. На чемпионате Европы в этом году в Испании Анатолий Крапаты толкнул 215 килограммов. А вот теперь он хочет покорить гроссмейстерский рубеж. 220 во втором упражнении и в сумме тяжело встает. И в сумме намерен набрать 400 килограммов. А толкает безукорительно. Итак, он набирает 400 килограммов. Спортсмен из Целинограда, ему 21 год. Еще раз хотел бы напомнить, что он был чемпионом спартакиады в том году и чемпионом СССР в этом году, но не выступал на этих соревнованиях Юрий Варданян. Но Юрий Варданян хочет улучшить свой. А Асен Златев будет ждать. Я уже говорил, что он весит меньше, чем Варданян, и, следовательно, при одинаковом результате займет более высокое место в двоеборье. Если, разумеется, он догонит Варданяна. Ну а сейчас лидер уже Анатолий Крапатый. Варданяну уже 28 лет, он очень разносторонний спортсмен. Ну вот есть 40-й рекорд у Юрия Варданяна и 17. Пал один из самых старых рекордов, который принадлежал Юрию Варданяну. Что он при росте 1,73 прыгает в высоту на 2 метра 12 сантиметров. А если вспомнить, что Брумель когда победил на 3 метра, а у Варданяна это разница в 39 сантиметров. Такая любопытная деталь. На помосте 222,5 Анатолий Крапатый. Ах да, он же легче, чем Варданян, и в случае успеха он может быть первым на этом турнире. И к тому же, ему тогда будет принадлежать мировой рекорд двоеборье. Молодой спортсмен Анатолий Крапаты заканчивает соревнование, набрав двоебой 402 500. Именно в этой весовой категории поднял больше 200 килограмм в 1972 году.
Александр Первий, которому принадлежит мировой рекорд в средней весовой категории, зафиксировал такой вес в 1980 году, а вот здесь, на этих соревнованиях, Александр Вербанов, выступая уже в легком весе, поднял 200 килограммов. Такой вес снаряда. Быстрее надо толкать. Ну что ж, вечер рекордов продолжается. Спортсмен остается один, то ему представляется 3 минуты для выполнения упражнения. А ведь он близок к успеху. И даже такая.